Привет, дорогие друзья, мы продолжаем проходить Dead Space 3, с вами Саня Липчик и мой дорогой друг Рептал. Да, здорово всем. В предыдущей серии, как вы помните, мы дрались, можно так сказать, в рукопашку. Так, отгрузка, у меня бот уже ждал на станке. Да, вообще так вольфрама мало. О, дробовик. Да, наконец-то я смогу, наконец-то я смогу брать это гребаное оружие и разобрать его. Я не понимаю, почему резак такой слабый, все равно. У тебя? Сильнее был, да. А, ну... погоди. Сейчас я попробую разобрать. Если ничего не даст, то я тебя пущу. Так. Создание оружия можно что-то новое добавить. Окей. А, не. Вроде появилось. Так. Так, мы не знаем сейчас. Посмотрим. Прям стрельбы. Секунду. Блин, я забыл аптечки создать. До части Теслы, это что, не помнишь? Изучать из Тесла. О, это я уже точно забыл. Попробуй. Блин, что за хрень? Где бы ты был какую-нибудь? Возьми, попробуй, и потом еще возьми назад. Да, я уже забыл. Вроде бы он то ли чем-то... Чем-то кидается, то ли еще что-то. Надо что-нибудь мощное. А, тут два что ли можно? Годика, а если я хочу снять это селит? Да, вот убрать. Бро. А я ничего не хочу. Чё, я тебя жду. Yes. О, стазис поддержка, использую сами стазисные батареи, также держать на парнич, не понял. Я пускаю тут бота. Сейчас, тяжелая, вот это возьму. Пусть поработает. Да, я сейчас тоже пущу бота. А то сидит, ничего не делает, лентяй. О, может, это... Чё? Такие два, сейчас буду в гонки играть. Пошли? Сейчас, сейчас не поставлю. А я где-то подальше поставлю, я подальше поставлю где-то. Тут много стазиса. Может, не длить будем с тобой эти ресурсы? Блин, не помню, как это называется. Блин, я сейчас не могу даже ничего рассказать. Так, в общем, смотри, надо эту фигню крутить нам обоим. А чё ты? Ладно. А, его надо замедлить. Давай, я замедляю, крутим. Ё! Ищи на тебе. Чёрт! Ёу! Воу! Нифига себе. Ой-ой-ой. Куда нам бежать? Ну что, будем по кругу бежать? Надо взять дробовик. Ой.
Не, надо это чуть-чуть замедлить и что-то делать. Сначала их тут. Перезаряд. Не мне, ну да. О, с дробовика-то как шикарно. Это не, неудачный день для тебя. Да блин. А, я понял, кто это делает. Да не мешай. Перезаряжайся. Ай-яй-яй. Так. Его походу надо остановить, ну, замедлить и стрелять что-то желтое. Ну да, так. Так. Да, я помню, что делал. Надо с некромон бабить хотя бы. Согласен. Нет, дроповик хороший. А там деньги. Твою мать. Это стратегия. Он обратно вентиляцию залез, мог зашибить. Смотри, ставку. Это как лохотрон, помнишь, что это автомат с игрушками? Этот аппарат игрушки еще хватает. Jesus. Пута. Че ты ржешь? О, сейчас будет эпичный момент, кстати. Готовимся, пошли отсюда. Жесть! Я... Да почти эпичный момент. Еще немного. Пошли. Кстати, о, это, этот пробуй. Момент был в демке, ты помнишь? А? Да, когда это Space 3. А. Видишь, какой дробовик? Я, кстати, его не улучшал особо. Что встал? О. Что встал? Смотришь на дробовичок. А, тебе дробовик. О, пас. Хорошая вещь. Но... О, к примеру, сейчас. Сейчас, подожди, подожди. Я бота сейчас поставлю. Че, в трупах копаешься? Не, я сейчас разбираю. Так, а там что? Да, зрите. О, я же сказал подозрительно. Тут артефакт, иди сюда. О. Я люблю находить. Тут коробки. Пасхалки. Иди сюда, артефакты. А нашел. Я коробки нашел. Артефакт важнее. Иду, иду, иду. Блин, чё я не то нажал. Вон там, за колонной артефакт. А, это бот? Где да не есть? Там, вон там. Да я смотрю. Спасибо. Вот, читайте, кому надо. Никому не надо, да? Да, все равно никому не надо. Я это точно говорю. Не, я почитал, но мы играем, нам некогда все это делать. What the hell is this? It's bad news, that's what it is. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. Ah, чертежи. Specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. Мне бы скорее бы дробовик. Дробовик. Мне не хватает металлолома. We need to get inside that thing? Yes! А мне вольфрама нифига нет. Мне нужен металлолом. Мне 145, а нужно 350. Нифига себе.
Небо Вольфрам. Может, донатим? В Origin купимся пушки, костюмчики. Не знаю. Limited Edition. Вот за цене. Прям как музей. Ты сохранил? Идет сохранение. Или что? Иди сюда. Смотри, тут как музей прямо. Где ты? А вот ты где. Вау, музей. Так, пошли. Пока тишина. О! Так. Ну и что, как всегда, эта фигня показывает уровень, не знаю, чего-то. Ну лучше, чтобы он красным не был, как я понял. Но сейчас это нам не важно. Это типа они хотят оживить эту хрень, разморозить ее. О, видео. Видео? Не аудио. А, жаль. А раньше, а в Dead Space 1 было видео. Да. О. Нам в лифт. Костюм археолога. А, отлично. Новый археолог, что? Я нашел. А, для обоймы и темп стрельбы. Тут на самом деле очень много костюмов. На морозе ты не сможешь так долго находиться, кстати. Плохо. Ну пока это не очень, надо улучшить X. Хотя. А, все и так. Оно так хорошо, что оно сохраняется, как улучшаешь X. Они хорошо, что они для разного костюма. Ладно. О, теперь я тоже сплинтер. Иди сюда, посмотри. Теперь я тоже сплинтер цел. Ну да. А я сейчас с кем буду? Костюм археолога был разблокирован. Смотрите костюм. Интересно, какой он у тебя будет. Скафандр, костюм. Надо, костюм археолога. Возьми скафандр. Как у тебя был. Да. Вот странно. Мне кажется, такое же самое, только будет все красное. А у тебя нету такого, как у меня Splinter Cell? А у меня он уже был. Окей, так, пошли. Ничего лучше до сих пор нельзя. На этом был красный. Пошли. А не можно. Ну как тебе мой костюм? Вроде как тебе был. О. Так ты куда пропал? Только что. Ну, вот я здесь. А, это мне исчез. Поле зрения. У тебя опять красные глаза. А у меня глаз уже больше. Мутант. Челябинский. Черепашки. Чернобыльский, точнее. Что Челябинский? С Чернобылем, блин, сравка. Не знаю, пусть может метеорит-то что-то у тебя с головой случилось. А ты здесь случайно не был в Челябинске? Я в Чернобыле. Фактически. А почему фактически? Ну, сейчас эту тему развивать, думаю, не стоит. Не, в принципе, на морозе нормально, не холодно. Конечно, газы. Газы. У него газы. Газы? Ой, зато газы. Куда я наверх? На лестнице, а? Видимо... Прикинь, я правильно пошел. Погоди, тут можно зайти, кстати. Йо! Музыка играет. Я лучше подожду тебя. А сзади тебя кто-то? Они везде. А... Иди сюда. Бежим. Блин.
Начни как я с дробовиком. А. Вот так и... Вот прям уж ничего не видно, метели. А, так вот этот переходный ящик. И там внизу меня кто-то ждет тоже, я его увидел. А где ты, козел? Так, спускаемся. Интересно, что будут тогда писать, какие будут писать тогда комментарии, когда уже будет все записано давно. А, я понял. Я тебе, понял, да. Я понял. Ой, блин, только взял модернизатор. Фига себе, он, смотри, куда он отлетел. Иди сюда. Я с дробовиком по нему ударил, он отлетел туда. А как он головы лишил? Ничего за дебил, да? Видишь, какой дробовик крутой. Аж сквозь текстуры врагов. Так. Ой, он тут. Ах ты. Он мой, он мой. Погоди, он мой. Ладно. В принципе, я понял, что нам надо делать. Не, на самом деле, многие игроки дробовиком тут не пользуются и правильно это делают. Нам вниз, кстати, надо. Нам надо назад. Нам показывают вниз. Аккумулятор надо взять. Ну, нам надо его забрать, короче. Нам надо назад идти. Так, ищи аккумулятор. А я знаю, надо тот снять, который там. А-а-а. Или его тут нет? О, тут что-то открыть можно. А, мать. Погоди, что там? А, вот аккумулятор. Говорит, дай его мне. Ой, не надо, тут шутер. О, на старый дробовик закрыт. Где они там? Ко мне тут где-то лезут. По потолку вроде, да? Да ты его. Еще сзади тебя. Помогай, мне сейчас убьют. Сейчас спущусь. О, я жив. Сзади. У меня нету аптечек, тупо вообще нету. О, аптечка валяется. Как я тебе дал две аптечки. Спасибо. Блин, а я два раза использовал. А, вот аптечка есть, кухня, аптечка. Да хватит мне аптечка давай. Смотри, я ловер взял. С ним. Кого? Ловик. Или что это? Ты Гордон Фриман. Так. Во мне некроморф застрял, зашибись. Ты ходячий некроморф. На что, положил его? Ну да. Дверь, интересно, заработает или нет? Должно. Много лишних движений с тобой сделали. Но еще спортом заниматься полезно. Тут, кстати, вот это Дэдан недавно, Рептайд решил еще раз запустить. Там мотивирует игрока, как бы, что «Во, лучше бы взял с кресла и накачался». Как бы герой, персонаж говорит с тобой. Ха. Озвучка как раз добавили Дэдан, я тут хотел на нее посмотреть, как она. Ну, хорошая, ну. Ну сейчас нас Dead Space, сейчас это там отошли. Теперь нам наверх. Некроморф? Да? Наверное, я не знаю. Я слышу, я слышу. Я поднялся. Поднимайся. Я не могу. Напарник заблокировал вход. Так я ничего не заблокировал. Да мне писало заблокировал, я не мог подняться. Я некроморф просто слышу. О, сзади!
Лежать. Ах ты гад. Да блин, дай пройти. Блин, дверь. Он за тобой. Он за тобой. Задолбал, а? На, без ноги. Сволочь. Теперь без позвоночника. Ну, парни, хотя бы это больше места. Начались. Пять. Куда? А ну, иди сюда, а то убью. Нет, патронов как-то многовато. И аптечка. Аптечек у меня вообще нет. У меня две. У меня одна аптечка. О, спасибо. Использую одну. Хотел уже разборки. А мне вообще пофиг. Я это. Еще где-то 10 минут, 15 и все. О, шкафчики. Чувствую, нам придется вот этот вот. О, а, я думал, что-то улучшить. К. Но нам придется. О, а, что-то улучшить. Я думал, что-то улучшить. Ладно, пошли. Нам походу придется вот тот запускать фигню. Гостей. Мне кажется, нам придется вот это вот сделать. Зарядить. Так, что делать? Простите, что? Добавлено задание. Я пока что прочитаю, что это задание. Окей. После 200 лет удивительно, что эти системы вообще работают. Но прежде чем пытаться отогреть существо, придется повозиться с винтелями теплопровода. Как будто мы не знали. Походу нам придется два одновременно. Да крутись ты, чё? 20% так все закрутил. Мне что-то не крутится. А, погоди, так там некоторые крутятся, некоторые нет, как я понимаю. А. Уже надо по порядку. 30, о, 30 уже. Какой-то следующий. Десять, ой. Прохождение, что ли, почитать? Блин, давай еще. В этом первый надо покрутить, это да. Надо один по порядку как-то, дальше другой какой-то идет, этот вроде бы. А может, где что-то загорается? О, уже 30, какой следующий? 40. Ну да, мы тупим, те, что загорается, надо включать, видишь? 50. 54. Чёрт, мы ничего не замечаем. Как они горят? Да, видишь, там циферка наверху горит. Второй. Я, короче, буду на тех двоих, а ты на тех двоих. Хорошо, а все уже. О-о-о, сейчас долбанет, кажется. Да не, мы оживим. О, оживи. Как его там? Крынкенштейн. Он живой! О, он живой! А на кнопку не догадался нажать?
Тогда она была на кнопку нажать. Айзек психует. Нам надо. Смотри, Айзек психует, что не включил. Пошли, вот лампочки сгорели зато. Дай выкрутим. Три лампочки. Пора уж что-то новое придумать. Уже нету. Моя работа снимать лампочки. Погоди, а станок нам... А, не, еще нет. Стой, стой, стой. Рептал, стой, стой. Да. Смотри, моя работа снимать лампочки. Где там еще лампочки? Все. О, с них металлолом падает вроде бы. Да? Ну, не... А, нет. Но у меня что-то металлолом выпал. То лифт починили, если... О, тут этот... Чё? Не гри... Ой, не грех. Поехали назад. Нифига себе у них оружие. Смотри, там зонт написано. О, я взял зонт. Блин. Ну, я не могу на её лицо смотреть. Почему? Ну блин, ты посмотри только. Блин. Это дочка... Чё такой звук, когда она по кнопкам бьёт? Это дочь Блейд. Добавлю... Чё нам? Назад. Не, погоди, надо что-то встречать. Ай. Ладно, посмотрим, что тут есть. Так, что с заданием, сейчас гляну. КСК использовали зонд, чтобы составить карту нервных каналов существа. Если я найду детали, из которых можно собрать аналогичный прибор, то мы успешно повторим эксперимент. Блин, рука этого Кларка мешает. Или как его? В общем, нам обратно. Пошли обратно. О! Че там выпало? Не знаю. Психанул так психанул. Подожди, станок, посмотрим, что станку. А там еще ничего нет. Даже о, бот, бот, отгрузка ресурс. А, ну да, я же забыл. Модификаторы. Два темп стрельбы, плюс одна обойма. Все? Что так вольфрама там? ХЗ. Импульс винтовка. Да лучше же импульс винтовка, блин. Столом на нее не хочу. Я пойду я пока возьму. Аптечек себе понаделаю. И патронов. А чё всё, обойма до минус, перезарядка, темп стрельбы. Так куда уж мидами. Гоу! Я так на тебя смотрю. Ту-ту-ту. Опять лифт. Ту-ту. Опять назад. Что-то мы вообще молчим в этой серии. Знаешь бы, какой костюм не помешал. Рептал. Но? Этот, с первого Dead Space. Костюм Робокопа.
О, точно. Согласен. Или хищник. О, еще круче. Взял и стал невидимкой, и все. О, обряды. Они так... Зачем мне патроны? Что тут валялось? Да. Может их насек... О, если не секрет, то что-то выпадает. Ну блин, мы тут недавно расчистили место. Ну зачем? Ну зачем? Опять станок очередной. Опять назад. Да вы издев... А, небось то место, куда мы в начале. В прошлой серии шли. Да. Ну мы там уже все расчислили, так как понимаю, там враги снова респаунятся. Они там решили. А, надо фото, кстати, поставить. О! Заставочка небольшая. Как будто поставить. Ты у нас позолотистый. Слышь, это мой глюк. У тебя все с башкой в порядке? Кого ты у тебя все в порядке? Бонус так, миссия, я поставлю вот ботов. Открылись те двери! Стой, иди сюда! Открылись те двери! Сейчас. А где бонус миссия? Ну, походу это она. Или нам надо туда идти? Туда надо, куда она шла? А, пошли где? Пошли к этой девушке. Это моя девушка. О, тут боты до сих пор ездят. А я бота пошел, точно, подожди. Дробовик фигня, она для десантника, блин, больше. You sure you saw someone? This is the only way that she could have gone. That's not what I asked. Привет. О, что-то было интернет-соединение опять. А, я все норм. Главное, ачивку не получить. А, согласен. Это дружественный удар. Так, нам об... Так, дай посмотрим. А мы здесь вроде... А, нам... Это же бонус миссия. Да. Нам надо осмотреться. Она плачет. Ты слышишь? Я да. А ты нет? Нет. У тебя же глюки. Хрена не пойму, сюда или? Может сюда? Хранилище закрыто, ну да, нам туда посидеть. Пока я буду плавать в иллюзии, ты будешь защищать меня. Наверх, походу. А, да ладно, если только тут лезет перед тобой, куда еще пойти? Корова. Опять. Да, мы идем. Задолбало. Прогулка, в общем. Да, у нас прогулка. Воу. А здесь мы... Нет. Здесь мы не... Здесь мы... А, да, вот здесь мы боль. Мы что, назад возвращаемся? Ну если сейчас, если ничего не будет, то... Ну как, да, по рейсам лучше, мне кажется, идти. О, о, там наверху ящики, только сейчас. Я уже забрал. А может там все что-то появилось? Дай глянем. О, дверь! Ну что, что дверь? Может здесь что-то в конце концов появилось? Или все это зря? Кода зря. Ты все-таки слышишь или нет уже? Сейчас нет, если туда подойдет, может это услышишь. Блин, для чего эта фигня тут сделала?
сообщили какое-то. Куда мы вообще идем? Ладно, давай еще одну дверь проверим и возвращим назад. Да, задолбало, я уже не хочу. Сейчас, ты что вообще за бонус миссии? Ну-ка, надо глянуть. Обследовать базу снабжения. Ну, обследовать базу снабжения. Так, погоди. Я не туда за тебя пришел. Пошли. Не знаю, какая-то часть будет. Дурацкая. Тут... Вот не ходите за девушками. Это. Если они плачут. А да, обследовать было. А ты знаешь, обследовать что-то новое. А, ну... А мы старые вернулись. Парни везет у двери, ага. Это она, да? Это просто звук этого паука, мы должны были испугаться. И все? Да. Да блин, ты блокируешь. О. Время, так. В принципе, заканчивается. Сейчас до следующего сохранения и все. И закончу. Серию. Там вообще я. И глаза тебя подвели, в общем. Это твои глаза. Где-то их больше. Вот именно, у меня больше, я не видел эту девушку. Ну, вроде бы мы вернулись, куда нам надо, да? Да. Так, погоди, мы лежим, да, были. Только нам это раскарточка вроде бы есть, нам да, карточка дала. Да, я её активирую. Это была башка хищника. Вот чё. Мешки с картошкой. Нам туда. Там я хочу лифт, я хочу лифт, я хочу лифт, я хочу лифт. А вот лифт. Текстовое сообщение. Чувствую, сейчас с лифта что-то упадет. Я еще чувствую, что здесь кто-нибудь выйдет. О-о-о, нифига себе. Это эти быстрые вроде, да? Одногруппники. Так. Одногруппники. А тут что? Да, из общения. Так. Я иду сюда по приколу, что позволяет. Опять вот. А, сзади меня я. Мы идем как раз по пути. Не, просто. Опять. Короче, эти развилки не вообще пустые, даже ничего нет. Разрабы дурят просто. Секрет что ли какой-нибудь валяется? А нет. Ахве. Тихо. Не, лучше резак возьму. Вау, нифига себе не сбивает с ног. Воу, воу, гоу, гоу.
Да ты сволочь. Айзек психанул. Да как всегда. На месте с кем-то, ну, бы жить суицидом. А чё они на пятак себе? Я просто не вижу, зашибись. Искусственный интеллект зашкалит. Что там? Да нет, я про то, как ты говорил про интеллект. Да. Вот нифига не страшно. Ну это понятно. Ну сюда. Ну да ладно, тут одна дверь, конечно же. А тут артефакт, иди сюда. Как-то ты больно быстро ко мне подбежал. Я бы знал, что я хочу что-нибудь вкусное уже взять. Эти модернизации. Темновато. Текстовое сообщение. Что мне это звуки напоминают что-то Алан Вейка. Знаешь, так вот базарит что-то. Ну да. Алан Вейк там прикольный, на самом деле, игра. Даже несмотря на то, что она однообразная, она все равно очень. Ну да, сюжет. И главное, есть атмосфера. Вы любите атмосферу, но эта атмосфера дает такую понять себе, что игра однообразная. Ладно, давайте мы продолжим в следующей серии. Да. С вами был Sony Electric и Reptile. Всем пока. Скажи пока. Пока. Да.